Всем привет, вы на канале Темные Рыцари, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Watch Dogs Legion. Я пошел до 13-й части игры под названием Черная дыра в Батарси. Дорогие друзья, я опять же лоханулся, не должна была быть другая интересная миссия под названием Твердая валюта. Но я ее записал, я записал ее, а в итоге получилось так, что я миссию прошел. А в итоге кнопку нажал, вроде показалось, но нажал, а в итоге ни хера, я обломился. Поэтому миссия, я лоханулся с миссией, в общем, друзья. Надеюсь, вы меня поймете и возьмите, что так лоханулся с этой миссией, друзья. Реально, я думал, что записал ее, а получилось, что нет. Сейчас я мультню быстро рожу набью за классную девчонку. Тихо, я классная девчонка играю. Так, друзья, наша задача получается проникнуть на заброшенную электростанцию. Окей, окей. Здесь сама миссия прикольная. Что-то мы, когда миссию выполним, получим ценную награду киллера. Это круто, друзья, крутяк. Единственная проблемка, да, друзья, я лоханулся, реально. Я почему-то сейчас думал, что запишу 13-ю миссию по названию Твердая валюта, все такое. А в итоге получилось так, я ее, получается, прошел и завершил. И думал, что, ну, почему-то я вроде бы нашел кнопку, просто у меня новая клава. Ну, да, новая клава у меня. А в итоге, блин, эта кнопка не та. И пипец был. Это ваш шарик, я. Бывает, друзья. Здесь вы меня поймете, а. Поэтому я решил другую 13-ю миссию сделать, а. Ну-ка, стой. Опа, молодец. Он сам спайка слез. А, это она. Да. Тебе очень байк идет. Так, я надеюсь, сейчас я миссию записываю. Хотя да. Ух ты, дочка классная, любимая моя. Ой, сори. Так, ну, в принципе, до миссии недалеко ехать, но я лучше проверю. Так, ушки, ладушки, вот. Сейчас, друзья, мы проникнем, все поможем, все сделаем. Жалко, что ту миссию просрала. Там такое веселье было, я настолько налево не пару этих дебилов, а ребеночек убивал. Это было класс, единственная проблемка. Дима, как ты мог не записать? Честно, обидно, что не записал. Там столько экшена было, я там гасился. Так. Блин, с ребеночками получилось облом, а. Получился облом. Блин, а. Кстати, костюмчик и новый прикупил в той же миссии, ну, зараза. О, как чё, а. Мы крутые байкеры. Дочек еще пошел, а. Зараза. Так, аккуратненько. Блин, пандемия даже до игры добралась. Никого нету, а. Так, как еще тут выбраться? А ты зараза. А, мы, получается, уже почти с вами проникли, поэтому нельзя, да? Ай-яй-яй-яй! О, крутяк, а. Говорится, умный гор не поедет, умный гор обойдет, а мы с вами как просто. Как бы нам пролезть внутрь? Боюсь, Альбион не оценит, если я просто вламлюсь в парадную дверь их ГУЛАГа. Часть помещения электростанции заброшена, но туда можно попасть. Я изучил доступные планы территории Баттерси и вычислил наиболее вероятное место размещения тюрьмы Альбиона. Ты сможешь пробраться туда через помещение электростанции. Лечу. Ух ты, круто. А вот она, друзья. Походу, секретная тюрьма Альбиона, где они держат людей и пытают их, ублюдки, а. Там находится, скорее всего, наш киллер, друзья. В общем, миссия обещает быть интересной. Получай, мурень такой, на. Ай-яй-яй, крутяк, а. Блин, честное слово, миссия такая прикольная и название классное. Вот эта миссия, которую я думал, что записываю, 13-я, должна была быть другая. Тоже было интересное и классное. Настолько экшена было, а. Я бы так опухнулся, что пипец, а. Так. Кого теперь из них? Ай, блокировочка. Так, уже заблокировали. Так, сейчас. И есть. Ах ты, сука. Поспи, а. Все хорошо, все нормально. Отвлечь. И опять же, на тебе, сучок, а. А вот класс, ого, нифига себе, Альбион, ну умудня. Так, остальных я уже так убью, а, друзья, с помощью пушки, а. Хрен тебе, мудень тупой. Так, полюбить, скорее всего, надо будет туда нам идти. Очки технологии, где они? Ах ты, зараза. Мой бот-паук не поможет мне, а, их взять, во. Ты мне должен помочь, вроде бы. Ты можешь взять очки? Ты можешь очки взять, да или нет? Так, а где паук может пролезть, а? Чтобы очки технологии взять, а? Это просто интересно. Так, это будет очень замудрено, поэтому... А, вот чё как.
Так, раз дебил. И два дебил. А, он же точно, он же может и косить своих же вроде бы. Или нет, или не может. А, он не может ничего делать, я. Зараза, это обычный бот. Ну, обычный дрон, я имею в виду, который может только делать вспышку. Ну, еще камера, получается, с камеры обычный дрон. Зараза, ладненько. Ах ты, сука. Ха-ха-ха, получайте мудня. Ха-ха, класса. Суки, получайте меня. Люблю этих мудаков альбионских. Косить иконы Келли, тоже люблю, а. Так, не достану я до нее. Ладненько, пробежимся с вами. И остановись там, бэйби, сучка. Так. Ну, по-моему, у нас был бот-паук, если я не ошибаюсь. Да-да-да. Так, это у нас что? Это у нас взлом. А, бот-паук для этого и нужен, да? Ну-ка, давайте. Я могу все пройти. Так, это что у нас? Куда у нас идет? Так. И что, как? Да, типа что вообще? Походу сюда бессмысленно побежал. Тебе говорю, прикольно, правда, прикид я замутил. Корона, все такое, одежда новая. Думаю, женский пол, девчонки оценят, какой я костюм классно придумал моей героине. Ну, купил, придумал, блин. Так, это в той миссии я, в принципе, покупал его. Так, теперь. А что, тварь, еще одна тварь осталась, а? Очки технологии я хотел бы взять, а? Так, и куда же нам можно паука опустить? Если вообще это сможет. О! Я даже сам мог пойти, друзья. Ладно, пускай паучок все сделает, а. Хотя бы что. Молодец, паучок. Так, спасибо тебе. И он еще кое-что сделает, друзья. Я хочу тоже, чтобы он это сделал. Я ему. Или тут еще больше никого нет. Так, откройся. Ах ты, сука, а. Ну ты ублюдок, а, ладно, тварь. Сейчас за моего паука я тебе устрою, ублюдок, а. Давай, мудин тупой, а. А, это она. Так, ты. Так, тебя нейтрализует, так, а, живи, ублюдок, ты будешь безоружный. Ну, с дубинкой имею в виду, не особо опасен. Вот, друзья, скачиваем. Что ты делаешь, а? Зараза. Фух. Да, и миссия обещает быть даже не такой легкой, друзья. Не имею в виду этих бойцов, а дальше, скорее всего, она будет не очень легкая. Так. О, сейчас пополним боезапас и... Так, ушки, ладушки. Так, ну, скорее всего, нам сюда надо идти, наверное. Если вроде бы, как, по идее. Так, а, все взломано, все, да-да. Друзья, круто. А технологии потом возьмем, а, как-нибудь в другой раз. А, ух ты. Ты ж зараза. Остройся, бэйби, суки. Друзья, спасибо всем за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Я стараюсь для вас, друзья. Вы лучшие. Все полезные ссылочки, друзья, будут в описании. Также ссылки на моих классных друзей каналы, на Антона канал, Джокера, Лео Леопарда и Ромы будут в описании. Они лучшие, они классные и прикольные видео снимают. Классные игровые прохождения. Вот Лео пока еще в задуме, что ему делать. Ну, а вот другие и снимают. Тут Рома еще проблемка пока с видеокартой тоже. Жалею. Забавно смотреть, как ты пробираешься плохо. На ощупь, но думаю, так ничего не выйдет. Да ты что? Поскорее бы у Ромыча все восстановилось, все было хорошо и купил себе новую видеокарту, а. Только что он свою видеоху не сможет починить, а. У него просто видеокарта не вернулась, это очень плохо, а. Поэтому, Ромыч, желаю тебе, чтобы поскорее твоя видеокарта либо, ну, новую купил, если какая будет возможность, и жду твои новые прохождения. Кто-то спрятал здесь новостного дрона. Будет проще пробраться через помещение электростанции с его помощью. Ага, хорошо, Бэгри, спасибо тебе. Так, с помощью его, да? Так, а, вот что как. Добейтесь до секретной тюрьмы. Секретной тюрьмы? Это я, в принципе, я же говорил, да, что это будет тюрьма. Охереть, а. Ух, ёб твою мать. Что это у нас? Пыточная? Да, это же тюрьма, что-то секретное еще. Получается, она находится аж
по земле чуть-чуть, друзья. На заброшенной электростанции, блин, находится секретная тюрьма Альбиона, как я понимаю. Так, аккуратненько, новостной дрончик, аккуратненько. Давай. Хотя может вспышку так поменять, а так лучше будет. Опа, скачиваем. Давайте. Сим-сим, откройся. Так. Давай. А, нет, так это вы. Так, все пока поставим. Жалко, что моей героини фонарика нету, а. Блин, это проблема, конечно. Без новостного дрона я тут хрен что увижу, а. Потом вот так вот мутим, а. Так, ух ты. Ну, полюбай сюда. Давай. Может, наверное, будет между... Ага, поняли. Новостный дрон переключается. Новостный дрон героиня. Новостный дрон героиня. Блин, ну, в итоге, в любом случае, друзья, миссия интересная. Мне нравится. Так, вроде бы так вот. Давай. Следуй новостному дрону, давай. Ты молодец. Так, теперь опять переключаемся. Надеюсь, нам получится спасти заключенных, а? Ну, надеюсь. Может быть, там их уже убили, а? Я не знаю, друзья. Мне самому просто интересно узнать. Так, а теперь что как? Так, а теперь ты у нас... Вот так, так намного лучше. Так, она пока в телефоне там. Так, типа сюда. Ага. Типа сюда, как говорится. Во-во. Вот что как. Так, и скорее всего вот так вот. И так вот. Ну да, друзья, все правильно. Но в основном он не может такой фигней заниматься, как мы именно. Ну, включай всякие штуки-дрюки, а. Ах, зараза. Только мы это все можем, друзья, с вами сделать, а. Тайная тюрьма Альбиона для диссидентов прямо у нас под носом? Это 100 пудов выбесит жителей Найн Элмс. Люди могут дать отпор. Их просто нужно слегка подтолкнуть. И освобождение пленников со старой электростанции – это как раз то, что нужно. Так, ну сейчас это начало смотреться. Да, Сабина, с твоей помощью согласен, а. Надо жителей он там подтолкнуть, что Альбион и Конкелли надо прижучить и поиметь их, этих сук. Так, теперь как нам туда попасть? Ну, туда надо нам, а. Вот это вот надо продумать план, а. Ну, в смысле, найти выход. Как туда можно попасть? Героиня моя может попасть туда. Это как-то замудрено, друзья. Так. Ага. А, вот что как. А, тут еще и взлом оказывается. Нихера себе, не знал. Круто. Так. Сейчас мы взломаем, друзья. Тыкашка, водушки, ты куда у нас? Взлом пошел. Так. А, вот что как. Ух ты, круто. Так, подожди. Во. Эх, так, вроде бы правильно. Так, давай, Димончик. Так. Друзья, всем спасибо за поддержку вашу. Реально вы хорошие. Я очень рад со всеми вами подружился. Вы реально классные друзья. Такушки. Ладушки. Так. Во. Теперь так. Я вроде бы так делаю, правильно? Я, конечно, не уверен, но... Вроде бы да. Да, друзья. Есть. Разблокировал. Так. А теперь нужно опять же придумать план, как можно попасть. Это открываем-то ясно, но... О, сколько мертвых людей! Охереть, а! Сколько их они убили, а? В этой секретной тюрьме, друзья. Охереть. Друзья, как вам вообще моя новая клавиатура? Ее меньше слышно, чем мою предыдущую? Да или нет? Я купил себе мембранную клавиатуру. По скидке, там просто AliExpress была скидочка, они вот мне, так сказать, помогли, и я купил клавиатуру. Ох ты, ёб твою мать. А я могу все попасть? Тут запила, друзья, тут капец и кровище, лучше жопа. Так, ну, только, скорее всего, вот так вот, наверное. Хотя я не уверен, на самом деле, но... Попытка не пытка, да? Сейчас еще попробуем тут что-нибудь сделать. Так, я могу уже использовать. Не, ни хрена. Значит, ладно, новостной дрон. Тут обломчик. Тогда получается у нас с тобой новостной дрон только так. Других вариантов у нас нет, поэтому будем идти здесь следовать. Так вот. Хотя я вроде путь даже не нашел, друзья, пока что. Как туда замучиться? Так, теперь так. Жалко, у нас фонарика, друзья, нету, а. Я сейчас, это так неудобно основу дрона использовать, а.
Я бы просто хотел быть самой моей героиней. Ну, включу фонарик и идти, а? Такой функции друзей нету, а? Тут новостной дрон, как говорится, нам в помощь. Наш помощник в данной миссии. Во. Так. Дальше сейчас посмотрим, куда идти, друзья. Да, замудренная, конечно, миссия. Сейчас жалко, что эта миссия у меня оборвалась, почему-то я ее думал, что записал, а в итоге, как говорится, прошел, а я не записал. Вот это позор, а. Так, это что у нас такое там? Это заключенные, скорее всего, а. Ух ты. Так, давай теперь подумаем, как дальше там надо быть. Так, ну тут мы явно не сможем пройти, а. Наша героиня не умеет так перепрыгивать, блин. А внизу есть что-нибудь такое? Лестница, допустим, там. Так, это у нас кирпичная фигня. Тут у нас опять же еще, нифига себе, еще парочка мертвых людей. Охереть. Я просто думаю, как попасть и залезть вообще куда можно. Так, это у нас хрен. Так, я бы просто интересно. Так, значит, мы точно попадем? Не попадем. Тут у нас опять же кровь, еще мертвый. Нифига себе. По-моему, я говорил, да-да, я говорил. Я их показывал уже. Так, у меня что-то... Так, только сюда, друзья. Вася! Блин, она может прыгать, а? Мне просто интересно. Ой-ой-ой! Вот и получилось, друзья. Я упал, да? Я вниз упал. На твое же рождение, я, блин, а, сука, она получилась пройти по этой херне. Опять все заново. Ах. Да что ты, сучок, а. Да, ну, ёб твое рождение. Ой, бегом, Дима. Так, лестницу, ищи лестницу. Друзья, почти получилось, все замультило. Надо было так попухнуться, упасть с лестницы. Блин, а. Сейчас только что фонаря у нас нету, а. Ну, основной, конечно, прикольный, но, блин, с фонарем было бы удобнее. Легче было пройти в эту миссию, а? Если мы делаем с вами легкий путь не ищем, да, в принципе, у нас выбора нет, чтобы легкий путь найти в данной миссии. Никак. Фонарика у нас нет, поэтому только вот так вот, друзья, мутим тему. Так, я почти попал туда. Так, подожди. Вот так переключиться лучше. Давай. Так, лучше переключиться, дабы, чтобы не... А где ты? Ага. Чтобы не гребнуться. Мало ли. Во. Давай. Так, я надеюсь, не внизу я. Ой, слава богам, я думал, что вниз упал. Даже было бы опять обидно. А вот теперь тут у нас точно без новостного дрона никак. Так. А лестницы-то тут нигде нет, друзья, видите? Только так. Фух, прости, друзья, мы с вами прошли, но это еще не финал. Мы еще не дошли до нашего местной, до нашего местечка. Так, это баллончик с краской. Так, аккуратно, блин, тут просто не вижу, ни хера не видно. Ножок у нас прибор, хотя по НВшке нету, а. Прибор ночного видения, я имею в виду. Хотя бы. Так, немножечко осталось. Буквально, друзья. О, пару шагов. Все, нам больше не нужен новостной дрон. Хотя это нет. Какие-то пыточные казематы. Нужен. Людей истязают, пока не сломят их дух. А потом они, скорее всего, бесследно исчезают. Просто жесть! Из ребят вытягивают инфу под пытками. Их всех нужно освободить. Эти люди достаточно настрадались. Используй управляющую консоль, чтобы открыть все камеры и включить свет. И тогда все заключенные смогут сбежать. Окей, только я ни хрена не вижу без новостного дрона. Поэтому, да, он до конца миссии нам нужен будет, а. Зараза, где-то дверь гребаная. Вот, так вот. Так, давай. Ну, так, теперь думаю, дальше я сам уже все сделаю. Так, тут полюбиска-то будет, а. Это же логично. Сука, на тебе, ублюдок, а. За людей, которые вы пытали, блин, или ублюдина. Не знаю. Ух ты, ненавидит досек. Да пошел он нахер. Не любит досек, насрать. Сейчас, друзья, пленников освободим. Они реально настрадали, они столько страдали, они заслужили реально освобождение, а?
Ура, друзья! Я освободил, походу, район еще один, а? Вау! Да-да! Класс, друзья! Ух ты, нихера себе! Найт Эрелпс. Я освободил район, друзья, серьезно. Ха-ха, класс, ого. Пусть это очки технологии, раз, два, три. Круто, я получу киллера. Кайф. Я очень рада, что вы помогли людям и рассказали всем об этом тайном объекте. Альбион фиг провернет такое еще раз. О, да. Дедсек помогает людям. Найн Элм с вами. Теперь наемники ни за что не зашугают местных. Потрясно. Спасибище, Дедсек. Все только о вас и трындят. Чёрту, Альбион. Так. Так, чёрная дыра в Беттерси. Эта история точно не пройдет незамеченной. Когда освобожденные расскажут о том, что они пережили, в Найн Элмс вспыхнет восстание. Дело сделано. Так, я готов восстать. Бунт Найт Элмс. А, еще не конец. Завербована. Ух ты, сменить, ну-ка. Сейчас посмотрим, друзья. Подожди, я не туда нажал, не туда. Ай, зараза, не туда нажал, друзья. Блин. Дедсек стоит пары синяков. Нам нужны те, кто не боится их получать. Охеренно! Вообще крутяк! Когда начнем мудохать гадов? Потрясно! Так она еще получится киллер, что ли? Ну, походу, да, скорее всего. Да, она киллер, друзья! Так, подожди, сейчас нажму команда. Так, ну. Киллерша, друзья, Бекки Джексон. Бекки Джексон, киллерша, нихера себе, такая пушка есть, охереть, а. Вау, друзья, а миссия-то была классная, интересная. Вау, супер. Я завоевал себе в команду киллершу, друзья. Охереть, у нее и такая есть штучка-дрючка есть. И так, вау, и так, ух, ёб твою мать. Вау, друзья, киллер за команду завербовал. Это супер, друзья. Она, думаю, в конце нам игры пригодится. В принципе, я в следующей миссии за нее поиграю. Ну, в этой, конечно, и еще следующий другой. Вау, супер. Поэтому надо будет ей прикид сменить. Так, чтобы нам еще замутить или уже завершить, а? Так, ну я думаю, друзья, быстро замучу бойцовский этот клуб. Ну да, помахаюсь и завершу, а? Так, ну что, телепортнусь вот сюда. Вау, друзья, киллерша, я думал, это будет мужик, получается, киллер, это получается девушка-киллерша, класс, охереть, а. 13-я миссия, друзья, очень классная. Блин, ух ты, прикольная эта игра, класс, молодец, труба, молодец, дружок, денег мне тебе дать, а. Блин, у нее винтовка, есть пистолет, блин, охереть, еще, ну да, ну-ка, стой. Притормози. Ага, даже так. Нифига себе, как ты заговорила. Ой, стой. Так, сейчас быстренько, друзья, я отмудохаю этих мудаков. В бойцовском клубе. И завершим нашу 13-ю миссию. А миссия-то была реально интересная. Я освободил заключенных. Получил ценного агента-киллера. Ух, эта тачка вообще крутая, друзья. Эта тачка тоже неплохая, которую я взял, но это еще лучше. Она реально офигеть, а. Со спойлером, вау. Сейчас, друзья. Следующей миссии, друзья, ухваться не буду и буду еще проверять, записываю я, да, или записываю я или нет, а. Это правда было видно эту миссию просрать, а. Надеюсь, вы меня не обижаетесь и понимаете, что, ну, понимаете меня, что так бывает, а. Ого, нифига себе, как у нее еще мутятся крылья, а, ух ты. Только лишь тачка, это вообще подходит идеально, а. Так, бойцовский клуб. А, я, в принципе, правильно. Опа, еще один. Так, поблизости есть задание, не отслеживается. А, это арена. Это я знаю, арена. Сейчас замутим все. Так, завершите поединки. Теперь пора искать. Да я уже, в принципе, нашла, получается. Вау, тачка реально прикольная. И подходит прям вообще реально киллерша моей тачки. Идеально подходит. Уже рядом. Правда, одежда не подходит ей. Я поменяю, потом покруче выберу. Так, давай, поговорим. Приветик. Гляньте, какая крутышка. Не хочешь подраться с кем-нибудь достойным тебя? Продолжай. Чемпионка – бешеная баба. Сучья психопатка. На нее смотреть страшно. Она как-то на зрителей кинулась. Пришлось вышвырнуть ее нахер. Да ты чё? Клянусь. Вообще-то вся соль как раз в ее непредсказуемости.
Я посмотрела на ваш бой. Ты вроде крепенькая. Хотя бы подумай над этим. Хорошо, хорошо, подумаю. Так, завершите поединок на всех аренах. А, 2 из 5, получается, завершил, да? Надо будет завершить, наверное, все поединки на всех аренах, а? Это уже не сегодня. Я сейчас надрыву этой задницы, как говорится, по мордасям ей надаю. А, ты чего, мужик? Здоровья мне до хера, а у тебя его скоро не будет. Ого! Давай, давай, сука, давай, иди сюда. Ух ты! Моя крутая девчонка, молодец. Давай. Ну, давай, ну. Ах ты, сука. Давай, тварь, помоги, да, у меня. Ух ты, ублюдок. На тебе, тварь. Добивной. Охереть, а. Вау, а. Приложение букмекера, блин. Да пусть это букмекера. Ой, сейчас ты нас получишь-то, тупая тварь. Так, на тебя, на. А, так я, да? Ух ты, тварь, а прикот нам прописал, а? Да, только я-то, моя девушка огребла, а? Сейчас, друзья, я все устрою, а? Остановись-то, бэйби! Ух, блин, так снеги по мордосям. Молодец, Акилерша. Молодец. Ну ты такая симпатичная, в принципе, покрасивее, чем предыдущая. А, она типа... Понял, она типа нас уделывает. Ясненько, ясненько. Ну давай, давай. Давай, давай. Вот в юбке драться неудобно, друзья. Но моя киллерша все умеет, а? Ого. Давай, сучка, иди сюда, давай, давай. Ах, кто ты какой, ты? Думаешь, справишься? Ух ты. Ну да, лучше реально. Блин, чуть немного я расслабился, друзья. Нельзя расслабляться, а. А так вот, а. Охереть, прям по зубам, а. Сейчас будет здесь финальный босс, а. Если я не ошибаюсь. Ух, твою мать! Нихера себе, реально такая. Походу будет не слабая бабеня. А типа тут главная на этой арене. Ну, мы с ней должны справиться, а? Иначе нельзя, друзья, поиграть нельзя. Без своих шашек своих она не выходит на ринг, да? Без своих дымовых шашек, видите, друзья? На ринг она не выходит, а, сучка. Давай, давай. Ну, давай. Давай, сучка, давай. Ой. Друзья, если вы кушаете, желаю вам приятного аппетита. Спасибо вам всем за вашу поддержку. Вы реально охеренные, друзья. Ну, иди сюда. И что это такое? И что, это не конец еще? Эй. Ща тебе будет больно. Ах ты, сучка, а. Я думал, все уже типа отмудохал ее, а нет, друзья. Думаешь, справишься? Так как это нечестно. Ой, идет в нарезку лучших моментов.
Блин, зараза. И так тебя отмудохаю, сучка ты крашеная. Даже шашки эти дымовые не помогли, друзья. Моя девчонка уделала ее. Молодец. Честно, молодец, а. Надо будет ее в команду завербовать, а. У нее прикольная маска, а. Если, конечно, она захочет в нашу команду вступить. Потом как-нибудь. Друзья, прикольно помахались, а. Реально было классно. Так, ну полюбой с ее, я хочу ее. У нее дофига способностей, поэтому да. Список, а их мы не будем брать. Так, все. Победа в чемпионате. Арена Сад. О, Арена Сад. Прикольно, друзья. А, тоже махаюсь, так очки технологии находятся где-то непонятно где. Ладненько, потом завербуем ее. 13-я миссия завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья. Не болейте, не скучайте. Всем... Сори. Пока-пока. Сейчас, друзья, фильм душами сделаю. Немножечко пока. Не, это тачка. А ух ты, тачка еще одна классная. Тачка-то реально охеренная, друзья. Охереннейшая тачка. Очешуенная точила, друзья. Просто супер точила. Вот так вот завершим. Всем пока-пока. А что это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось.